Вот у нас такие сюрпризы на верхнем водоеме происходят. Я, честно говоря, даже не думал, что у нас здесь такие гиганты водятся. Да, я не знаю, как показывает камера или нету. Что-то можно положить. Нет весов, да? Вот, мальчик, присядь, пожалуйста, рядышком на корточке. Вот посмотрите, ребенок сидит, вот такая рыбина. И весов у нас, весы есть, но мы даже не будем его пытаться взвесить. Я думаю, здесь, ну вот больше как десятки. Вот, потому что это в районе 15 килограмм, скорее всего. Ну, может быть, нет, не пойду я за весами. Кто вытащил? Кто? Да, зафиксируем. Посмотрите на нас, помашите ручками, передайте всем привет и зовите в гости на рыбалку. Вот так. Отлично. Вот, неожиданно. Кстати, на что, поймали его? Сейчас мы его, естественно, отпустим. Сам в пруд хочет. Да. Не торопись, не нервничайте. Вот. Нам главное его... Вот на эту щучку. Ага, все понято. Ну, чистенький, хорошенький, здоровенький. Обязательно отпустим. Обязательно. Красота неописуемая. Опускаем здесь же, да? Да, опускаем здесь. Как у вас ощущения? Отлично. И там он вытаскивает. Вечерний клев пошел. Но сейчас мы еще заснимем, как вы выпускать будете. Давайте. Я кожаный. Да, ну конечно, вообще. Ну, гигант, просто гигант. Вот, он когда на этом маленький.